Узнаете? Евгений Моргунов. Юрий Никулин. Георгий Вицин. На этот раз известная зрителю комедийная троица с режиссером Леонидом Гайдаем работает над фильмом «Кавказская пленница», роль которой исполняет Наталья Варлей. Ее партнер Александр Демьяненко. Однако к делу. По сюжету фильма трусу, балбесу и бывалому ручается выполнение ответственной операции «Похищение невесты». Как видите, смешное часто рождается в серьезных спорах. Смех первых зрителей. Впрочем, обо всем фильме судить рано. До встречи на экране.